Итак, друзья, всем привет! С вами Алексей. Приветствую вас на канале по заработку на криптовалюте. Сегодня будем разговаривать о тестнете Тайко, э, Тот самый претендент на ретродроп, о котором мы писали у себя в телеграме еще в январе. К сожалению, остальные активности я скипнул. Не все всегда получается успевать, но все-таки третья фаза тестнета, о которой мы сегодня вам расскажем, она э, уже описана в нашем телеграме, а также сегодня будем освещать ее в видео. Ну и прежде чем я начну, пожалуйста, присоединяйтесь к бирже Blofin. Это азиатская биржа, что сейчас активно идет на рынок в Украине. Ссылка будет в описании. Зарегистрировавшись по ссылке, можно получить приятные welcome бонусы. Я расписал у себя даже в Телеграме, как там до 255 долларов получить бонусы. Ну и заходите, торгуйте с низкими комиссиями, тем самым поддерживая наш канал. Ссылка будет в описании. Ну а мы с вами начинаем. Сделал я такой пост о Тайка, третья фаза тестнета. В январе у нас была, я не знаю, это первая, может, фаза, может, просто был тестнет, уже потерялся. Тут был Тайка тестнет, мы его сделали. Никаких там пока что, да, возможно, в будущем за это будут награды еще. Ну а сейчас третья фаза есть тестнета, и сейчас буду показывать, собственно, как все сделать. Нам для этого понадобится, естественно, подобавлять сети. Ссылка будет в описании на полноценный вот пост. Как вы его видите, собственно, на экране. Вот этот вот пост. Он есть э, по ссылке в описании. Вы можете сюда зайти. Все кликабельно и можете сделать. Э, тут нам нужно добавить сеть. сеполия, э, Тестнет. Да. Или... Не-не-не. Или, э, можно даже вот так вот. Вот есть сеполия. И вот есть тайка. Если хотите, можете добавить. Ну, можно через чейн лист сиполи себе добавить. Но даже не... Вот. Вот она нижняя, вы ее добавляете. Собственно, по конфигурации вот совпадает. А также добавляете сеть тайка. После этого вам понадобится, естественно же, получить тестовые эфиры. Для этого нужно присоединить MetaMask, выбрать все поля нажать далее и можно там твит сделать а можно просто я уже сегодня получал токены поэтому я не могу вы можете просто получить их ну и собственно ничего сложного а еще забыл да о тайка рассказать добавляете сеть тайку но ну, опять же по кликабельной ссылке нажимаете в метамаске добавить сеть добавляете вот эти вот данные все вписываете после этого вам нужно будет добавить уже в сети тайка токены Т токены bull horse и тайка токен тайка токен появится чуть чуть позже э вот этот вот тестовый ну и собственно наверное же будет и в майнете тайка который возможно нам раздадут что из хороших новостей добавляете вы через им ну, просто импортируете в метамаске добавляете адрес контракта э и отображается у вас После того, как мы это все добавили, после того, как вы в MetaMask добавили токены, можно, ну, э, можно перейти э, сюда на кран. Э, вот. Переходим на кран. Это все давайте закроем, чтобы нам не мешало. Переходите на кран, выбираете Bull токен и вы минтите их. Ой. Сейчас, секунду. Не меняется сеть. Сейчас я обновлю, потому что я быстро прокликал. Нам надо, естественно же, поменять сеть. Так. Выбрать одну из тех, которая поддерживается. У меня выбрано что-то другое. Было, да, Binance Smart Chain. Подключаемся к сети Тайко. Я сейчас в истории гляну, где лучше, с какой сети лучше забирать. Может подлагивать. Вот у меня постоянно такое с этими... Так. Давайте еще раз открою. Метамаск свой. Он из-за этого не открывается. Ну, подлагивает бывает такое. Вот, тайка уже. Да. Да. Еще раз обновляемся на страничке. Уже в правильной сети, поэтому нас должно пустить. Вот. Wallet connected. И вот видим, что мы отсылали все-таки нужно из Sepoli клеймить тестовые токены. Поэтому меняем сеть. Так. Это история была, вы сейчас видели историю транзакций, то есть я уже проделал тестнет, теперь идем а, по тестовые токены. Как это сделать? Вы заходите во вкладочку Faucet, выбираете Bull и выбираете Horse, то есть у меня токен already minted, то есть уже я их минтил. После этого, как вы получили все поле, а, Тестовые токены вы можете бриджить bull и можете бриджить Хорс в сеть Тайка. Также можно будет позже Тайка э, токен перекидывать. Ну и эфир можно переслать, если у вас там чего-то не хватает и так дальше. Но у меня я вижу, что вот какая-то транзакция там не прошла. То есть я э, хорошо сделать бы активность э, в том числе и обратно. То есть я выслал из Сиполии в Тайка и, соответственно, из тайка обратно в Сеполье. То есть нужно так. Почему мы делаем этот тестнет? Почему уделяется особое внимание? Потому что от Sequoia Capital они вроде как получали в сид 22 миллиона долларов. У них, наверное, будет свой токен, если он есть в тестнете. Я думаю, что будет. Я вообще информацию в целом не черпал касательно того, будет там, не будет. Вот, видите, уже пересылается все из Сиполи в тайка, так, так, ну и вот, так как работает пересылка этих токенов. Вот я на примере того, как из Сиполи в тайка переслать, Опрувите. Э -э, ну и потом можете обратно в э -э, из тайко в Сиполию и так далее, можете играться. Я думаю, что будет э, правильным даже проделать несколько аккаунтов, у кого есть энтузиазм на это. Ну, я делаю всегда, ну, по крайней мере, в начальной стадии точно. Там, если делаю один раз, тоже там 2-3 аккаунта сразу можно прогнать на всякий случай, тем более это тестнет. Э, никаких затрат у нас особых не требует. Э, после этого всего, как вы это сделаете, сейчас у меня запрувится эта транзакция, нажмем бридж обязательно. И после того, как мы это все сделаем, нам нужно будет еще вступить в Discord в тайка, если у вас там вдруг нету, то ссылка также будет находиться в посте. Ну и собственно вот сам бридж, нажимаем на транзакцию. Я думаю, что тут уже в принципе понятно, где то делось у меня подтверждение. Ага. Ну такое бывает, отклоняет транзакции, подлагивает это все, это абсолютно нормально абсолютно нормально. Вот у меня бриджинг. Сейчас, возможно, снова транзакция пропадет. Или нет? Нет, в этот раз все нормально. И все. Но вы проверяете в транзакциях, в истории, если у вас что-то где-то не получилось. Вы либо там клеймите через часик-полтора, либо пробуете повторно отправить. То есть, если там почему-то не заклеймилась, то клеймите. Вот такой вот тестнет, друзья. Я думаю, что все понятно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на Телеграм. У нас тут куча интересного. Вот активность от Хавах. Напомнил о джампере, вот самый Тайко, видео на украинском канале нашем на YouTube. битмарт раздача на 500 долларов, альтитуд, тестнет, Layer Zero и арбитрум новая активность, о аукционе Ричамстер и многое другое. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети Instagram, Telegram. На друг, второй канал обязательно подписывайтесь. Ну и поддерживайте э, наших партнеров бир, биржу Blofin по ссылке в описании, а также по ссылке в первом комментарии. Можно зарегистрироваться и получить бонусы как за регистрацию KYC, первый депозит, торговлю, все что угодно. На этом все, друзья. Всем хорошего заработка, мирного дема над головой и всем пока!